Ну что, ребятки, let's go. Просто let's go. Достается две катки на Гапса. И если явно это будет 49-й боец из 51-го, ребятки, на которого явно на 750. И останется Тих и Барли. Самые херовые, мне кажется, бойцы, которые могут быть вообще в этом мире. А это Тих и Барли. Ну, Гапс тоже. Гапс такой дерьмо. Реально, без рофов. Но если в команде, то он нормальный еще. Ладно, все, собрались. Как вы знаете, я уже на неапл. Вот. Здесь Гапс получится. Потому что я говорю, если апну, то я больше не буду вот реально играть. Не, то есть не буду на 800 еще апать. Если остальных-то я в этом сезоне еще на 800 апаю, чтобы 40 апнуть. Но вот именно вот его не хочу на 800. Блин, уже скоро 750, конечно. Сейчас скоро еще это выйдет. Лола, ну Лола будет изи апнуть. Главное сейчас эти базовых персонажей апнуть. А Лолу не так уж и сложно, поэтому ничего страшного. Так, они нас загоняют специально, что ли? Ну-ка. Ах ты, тварь, ну вы чё? Нахера ты сразу взрываешь? Сори, что такие эмоции, ребят, но... Боюсь просрать можно, потому что Леон здесь такой сильный боец, на самом деле. И у нас пик тоже хороший. Еще, как видите, у меня почти 39к. Фух. Я хоть, я говорю, я не, ну, 4 дня не мог ничего сделать. Вот сейчас уже почти 39 тысяч, ребят, ждите, будет ром. Ну, жестко камбэчить буду. Вот. То есть я говорю, я, наверное, с пушем серьезно. То есть, видите, я не сдаю усь. То есть, мотивация плюс. Так, я вижу, что там Леон с ультой. Нойс, просто снесли его. Отлично. Если мы сейчас апаем, то все, остается одна игра. И 750! Одна игра, ребят. Одна карточка. У меня уже почти 5000 в трио побед. Это жесть. Фу, 38700. У меня недавно было только 500. Я вот реально стоял на месте. Но сейчас в трио реально жестко. Пошло. И два бойца останется. Ну что, там три, там Лолу. Ну, Лолу будет изи. Если что, то я получу Лолу. Если я получу Лолу, то все. Я смогу с помощью нее 40 вообще спокойно апнуть. Вот. Ничего, не факт, что я получу. Ладно, все, давайте. Эдгар Кроу Сэнди. Сложноватенько. Мы поможем на Маколду, кстати. Я просто возьму не Гапса, другого бойца. Мы ему поможем, у него там тоже 750 практически. Вот так. Ладно, блин. Минус один кого? Эдгара, фух. Что Эдгара? Так, ну воробушка. Блин. Как плотно-то. Ты смотри, как плотно. Оп. Бам, просто. Я хочу уже его. А, 750 апнуть. Блин, 9000 уже скоро, ё-моё. Аж не верится. То, что Гавса сейчас получится на 750 трофеев апнуть. Главное сейчас вот когда... Ну, я надеюсь, что еще получится. Если получится, то я вам сейчас расскажу. Ну да, скорее всего, получится. Но одного чела снести. Все. Короче, ревзи. 720 кубов. У меня, конечно, сейчас небольшой ступор. Я не мог никак апнуть. Вот. Но вот сейчас апнул. Просто. Ай. Поза, спасибо. Поздравляю. Найс. Нога все 750. Все, ребзи, за просмотр всем спасибо, всем удачи, всем пока-пока. Пуш, как видите, еще идет, еще 1300 кубков, 1300, ё-моё, за 9 дней 1300, не так уж просто, но я постараюсь. Все, ребят, удачи, пока-пока.